Всем привет! Сегодня у нас салат сытный деревенский. Традиционными ингредиентами, я считаю, у нас здесь является огурец и репчатый лук. И ингредиентами деревенскими, вкусными и сытными, является у нас слабо квашеная капуста. То есть практически свежая салатная капуста, засоленная буквально вчера, может быть даже с морковкой. Тыква маринованная. Как она маринуется? Нарезается кубиками свежая тыква и заливается лимонным соком. Минимум на 3 часа. Приправляем это мы все также зеленым горошком, майонезом провансаль. Можно перечными специями. И самое главное, помните, что это кладезь витаминов. Здесь всего понемножку, но все это является очень вкусным и сытным, как в деревне. Съел и порядок. Приятного аппетита!